Все случилось сегодня в начале 7 утра в микрорайоне Аше. Автомобиль Hyundai с питерскими номерами выехал на встречную полосу и на скорости врезался в отбойник. После столкновения мужчина выбежал из машины и, не раздумывая ни секунды, прыгнул с моста. От полученных травм он погиб на месте. По данному происшествию проводится проверка. Как пишут в соцсетях, возможно, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.